Друзья, приветствую вас из Таиланда. Я Инна Нефедовская. Рассказываю и показываю, как зарабатывать в путешествиях или как заработать деньги на исполнение любой вашей мечты. Заработать можно с мультивалютным роботом Wall Street Bot. В этом видео я покажу основные настройки, которые нужно знать, чтобы не слить депозит. Как высчитывать, когда усреднять, когда не усреднять. Мы смотрим усреднение по просадке, то есть какая просадка у нас. Если у нас просадка небольшая, там 5, ну, до 10%, то мы, в принципе, можем усреднять смело. Но зависит еще от того, сколько ордеров у нас открыто по паре. Вот сейчас у меня 5, у меня ограничение стоит 4. После 4-го ордера стратегии я уже усредняю, заставляю робота усредняться вручную. Как я это делаю? Вот он остановился, у меня было сейчас 4, вот, но я уже усреднил. Что я делаю дальше? Смотрю, сколько цена прошла у меня пипсов. Допустим, вот я увидел, цена затормозилась и начинает разворот. Похоже, что вроде бы откат будет. Я беру вот такой инструмент крестик, навожу его на цену, зажимаю левой кнопкой мыши и веду до последнего открытого ордера. Вот здесь. 460 пипсов, около 500. После 4 ордера 500 пипсов, это нормально. Посмотрели, что цена прошла большое расстояние. У меня ограничение стоит по стратегиям 4 ордера в стратегию. Вот. Для усреднения я уже сделал 5. 5 ордеров сделал. То есть изменил здесь цифру с 4 на 5. И поставил вот здесь. Смотрите, у меня просадка 1% 10, то до 10% просадки, таймфрейм принятия решения, таймфрейм норма. Я его меняю на М1, нажимаю ОК, и у меня усредняется робот. После усреднения я возвращаю обратно, и все. Смотрите еще какой вариант, чтобы не гадать там с просадками, может быть, у кого-то 5% просадка, то есть вот эти моменты. Можно поменять все таймфреймы, которые есть, на М1, он у вас тогда точно усреднится. И не забудьте только вернуть все обратно, D1, H1 и H4. Главное отслеживать вот этот момент, сколько цена прошла. Если у вас 5-6 ордер уже открыт, то уже больше 500, 700, 800, 900, лучше 1000 пипсов, если прошла цена, или 100 пунктов. Пипсы и пункты отличаются на нолик, на один знак. То есть, либо, если в пунктах, то это 100, 500, 100 пунктов для усреднения нужно. Вот. И чем больше, тем лучше. Если в пипсах, то это 500, 1000. Кроме этого, после того, как вы приобретаете робота, мы его вам установим. На первом этапе мы вам помогаем управлять этой программой. Поэтому здесь ничего страшного, все очень интересно. Самое главное, вас мотивирует, когда каждый день закрываются ордера и прибыль падает на ваши кошельки. Мультивалютный робот Wall Street Bot, программа автоматическая. Сетка ордеров закрывается в плюс. После того, как ордера закрываются, вы получаете прибыль на ваш счет. Хотите узнать больше или у вас есть вопросы, пишите мне в личное сообщение. И внизу есть форма контактов. Для того, чтобы приобрести робота, прямо сейчас пишите контакты «Хочу робота». Я надеюсь, что мы скоро с вами встретимся в одной из прекрасных стран, и вы точно так же будете путешествовать. Сможете купить себе квартиру или машину, или реализовать все ваши мечты о прекрасном будущем. И до встречи в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал. Канал мой по омоложению, но у меня есть плейлист, который называется «Увеличение доходов». Там все, что нужно знать о роботе Wall Street Bot и как заработать деньги вместе с этим денежным инструментом. Пишите мне в личные контакты «Хочу робота».